вообще. Привет, Молдова! Всем привет, меня зовут Гуф, со мной Кангэм Фундэйсон, Слэмо, Махон, Диджей Кей. Сколько народу, я даже не видел отсюда, сколько народу. Очень рады всех видеть, народ, привет! Мы вообще очень рады у вас оказаться сегодня здесь, на этом празднике. И сегодня постараемся почитать вам рэпа, потому что после нас там диджей Смэш и... Диджей Смэш! И все такое. Диджей Кейф! Че, кто-нибудь готов для рэпа сегодня? Поехали! Поднимите наши микрофоны повыше, пожалуйста! Руки вверх, руки вверх! Все! В итоге меня признают невменяемо, но эти строки заставят обратить внимание. Крупные пробки, унылые здания, убитые дороги и мое домашнее задание. Еще давным-давно я пообещал себе выпустить свой альбом. И вот уже второй, и по-любому будет третий. Пусть понятие я еще успею, надо есть вам. Я не пытался, я никогда бы не смог записать и выпустить второй город дорог. Кто знает, поймет, то о чем речь идет, остальное не ебет. Так вот, салют, как настроение, чё вопрос? Прошло время, пусть немного, но чем не на самом деле, все гораздо сложнее, к сожалению. Все рано или поздно взрослеют, и бега лежая, бывая ветра. Не поднимаясь на любимую крышу, даже по воскресенье не поступая с предложением московской мэрии. Несу свою бутылку жаркарел. Очень много изменений. Я теперь человек семейный и все время провожу. Но это редко, когда я бываю в Москве. Как где-то по стране качаем города на качелях. Я понятия не имею, кто вас там смеет. Мы нормально отметились и продолжаем движение. И вам, конечно, виднее, кто там смеет. Я люблю то, что делаю, а делаю я то, что умею. Они, я очень дорожу тем, что имею. Эти парни тоже, и небо нам поможет. Мы когда-нибудь дойдем до цели. Приятно ломить уважение. Но так, как больше ста поменьше, то только снизу асфальт.